Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch Advanced Impact 18 предназначена для завинчивания саморезов и винтов, а также сверления в материалах различных типов. Устройство продается в трех вариантах комплектации, куда помимо инструмента входят различные аксессуары. В комплект поставки «Соло» входят магнитный держатель и патрон для сверления. Во второй вариант комплектации входят два блока емкостью 2,5 ампер-часа из аккумуляторной системы Home Mix Power 18 Volt, зарядное устройство, магнитный держатель, патрон для сверления и пластиковый кейс для переноски. В самую богатую комплектацию входят два аккумуляторных блока емкостью 2,5 ампер-часа системы Home Mix Power 18 Volt, зарядное устройство, три насадки с креплением Quick Snap, магнитный держатель и пластиковый чемоданчик. При сравнении с предшествующими моделями можно сразу отметить новый цвет корпуса дрели. Выбор направления вращения теперь осуществляется с помощью электронных переключателей по бокам и индицируется подсветкой стрелок сверху. Если пользователь включил реверс и не использовал дрель около 30 секунд, она автоматически переключится в режим завинчивания. Выбор режима работы теперь осуществляется сдвигом переключателя в положение напротив пиктограммы с изображением шурупа, дрели или молотка. В инструменте используется электронное управление количеством оборотов, то есть теперь можно не думать о выборе скорости и настройке инструмента под разные задачи вручную. Усилие при завинчивании выбирается поворотной муфтой. Встроенная защита от перегрузок автоматически выключает мотор при критической нагрузке. Еще одно новшество – это бесщеточный мотор, который работает эффективнее и экономичнее, чем вариант с коллектором. Применение бесщеточного мотора позволяет сделать корпус устройства компактнее и увеличивает срок службы эксплуатации инструмента. Advanced Impact 18 входит в аккумуляторную систему Bosch Home Mix Power 18 Volt, в которой один аккумулятор подходит к множеству инструментов для дома и сада. За оптимальный расход энергии аккумулятора отвечает Синьон-чип, который определяет необходимое количество энергии для выполнения задачи. Эффективность распределения заряда аккумулятора повышается до 40%. В основании ручки размещен индикатор уровня заряда подключенного аккумулятора, светодиод для подсветки рабочей зоны и карман с магнитным креплением, в котором удобно держать под рукой сменные биты или шурупы. Магнит в креплении надежно удерживает оснастку даже при резких перемещениях инструмента. Включается дрель триггерным переключателем на ручке, а сила нажатия позволяет выбирать требуемые обороты вращения двигателя. Биты можно устанавливать непосредственно в патрон шуруповерта, в шестигранное магнитное крепление на 1/4 дюйма. Магнитный держатель облегчает процесс выбора позиции для завинчивания самореза. Шуруп надежно удерживается магнитом и не выпадает даже при интенсивном перемещении дрели. Для быстрой и удобной смены насадок в шуруповерте реализована технология Quick Snap. Для работы с шурупами в узких пространствах или близко к прилегающей поверхности в комплекте предусмотрены две насадки с креплением Quick Snap – угловая и эксцентриковая. Сверлильную насадку с креплением Quick Snap можно устанавливать непосредственно в патрон дрели или через угловой адаптер. Наличие в комплекте поставки двух аккумуляторов позволяет обеспечить непрерывность рабочего процесса. Пока один аккумулятор в деле, второй в это время можно заряжать. В продаже есть дрель-шуруповерт без ударного режима. Этот инструмент стоит немного дешевле. Инструмент доступен в продаже в трех вариантах комплектации и входит в аккумуляторную систему Bosch Home Mix Power 18 Volt. Аккумуляторная дрель-шуруповерт с ударом Bosch Advanced Impact 18 – это универсальный инструмент для сверления и завинчивания в дереве, металле и кирпичной кладке. Комплектные насадки обеспечивают удобство в работе, а использование аккумулятора – свободу при перемещении. Для решения более простых задач дома компания Bosch предлагает ударную дрель-шуруповерт Easy Impact 12, входящую в аккумуляторную систему Bosch Home Mix Compact 12 Volt. Инструмент также оснащен новым интерфейсом для выбора режима работы с пиктограммами, бесщеточным мотором и электронной системой переключения направления вращения. Шуруповерт доступен в двух вариантах поставки –
Соло без аккумулятора и зарядного устройства и с двумя аккумуляторами и зарядным устройством в комплекте.